Итак, еще одно видео. Наша боевая Audi A4. Вот наш главный механик Павел. Инженер. Инженер, да, строитель, который помогал нам ставить вот это вот чудо американского производства. Это у нас генератор 320 ампер. Вот такой вот весь хромированный, блестящий. Значит, вот пока временное подключение регулятора внешнего, да, вот плюс, там синенький минус. 1200 XS, без такого генератора грязный не может чудо работать, да, грязный очень. Значит, вот у нас вольтметр, 13 вольт состояние покоя, паш, заводи. Свет. Крутится. 14,8. Паш, включи все нагрузки. Когда генератор накрылся, я думал, что может, меня ошпанило, как бы. Ты нажми на газ, дай 1000 оборотов. Свет там дальний, ксеноны, печка. Собственно. Да. То есть все потребители включены. Мы включены только музыку с теми замечательными сабами. Но это мы чуть попозже попробуем. Самое главное, что все работает. А выключи все потребители, но не трогай газ. Нажми на газ. Вот, у нас все стабилизировано. Немножко прогрелся, он еще новый, не обкатанный. Лишний раз напоминаю, что новые генераторы нужно обкатывать на холостом ходу в течение 15-20 минут, чтобы притерли счет. Ладно, все, глуши. Я не знаю, было слышно или не слышно, я, пожалуй, повторю еще раз. Любой новый генератор нужно обкатать 15-20 минут на холостом ходу без больших нагрузок на него, чтобы притерли щетки. То есть по мере обкатки он будет более как-то стабильно работать. Все. Ну вот. В общем, особо не стал такой кронштейнчик здесь. Спортивный, красного цвета. Особо не это. Не было времени на красоту, так как нужно было все быстро. И аккуратно. Это у нас дань 9 мая. И все. До новых встреч!